Благотворительный футбольный матч со спортсменами прошел в Махачкале. Участники акции поддержали сбор средств на покупку зимней одежды для детей из малообеспеченных семей. Матч прошел в рамках детского футбольного турнира. Среди игроков на поле были именитые спортсмены, тренеры и спортивные блогеры. Мы пригласили именитых спортсменов, тренеров, выдающих личностей Дагестана, чтобы они поиграли во время этого турнира. И дети увидели их, то, что их поддерживают. Также, чтобы эти люди, которые добились чего-то в жизни, как бы показали пример молодежи, то, что футбол – это ну, король спорта, да? То, что это хорошо, то, что это счастье, радость. И, я думаю, для детей большой стимул будет играть, показывать свой футбол перед такими людьми. Такие мероприятия помогают привлечь общественность к проблемам детей, больных детей подрастающего поколения. Посетил матч и американский боец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр Кайл Снайдер. По итогам благотворительного матча было собрано около 200 000 рублей. Сбор проходил в приложении «Туба».